Ривас, ку-ку, а чё тут делаешь, ролик? Да, стрим, да, дашь 50 000, ё-моё, ну что ж делать, да. Ёхарный бабай, 765, 50 000 запросил, ну окей. В этом ролике, дорогие друзья, я в течение 1 часа буду отвечать на все вопросы игроков только одним ответом, только ответом «да». Какой бы вопрос мне бы ни задали, я буду говорить всегда одним и тем же ответом, только словом «да». Перед просмотром данного ролика, дорогие друзья, я хочу вас заранее попросить поставить ему лайк, ну а также подписаться на мой канал. Вот просто возьми и прямо сейчас подпишись на мой канал, тем самым ты мне очень сильно поможешь. Ну и я думаю, на этом все. Желаю всем приятного просмотра, ну а тем, кто кушает, приятного аппетита! Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим, сколько сейчас время. Сейчас 17:45. Вот ровно в течение часа я буду отвечать на все вопросы каких-либо игроков только одним ответом. Ривас, привет! Как дела? Да, можешь денег дать. Да, давайте дадим ему денег. Ривас, топ! Ривас, ты топ! Просто топ! Видос? Ролик? Передаю привет Крису. А я Димону. Передаю привет Крису, чтобы он сдох. Мы тебе мешаем? Блин, да. Дай 5 000. Да, он у нас попросил 5 000. Так, давайте. 111, 5 000. Все, я ему перевожу. Он сейчас просто, наверное, с ума сойдет. Давайте за ним последим. У него, походу, сердце остановилось, он вообще не дергается. Еба! Мне вот теперь интересно, поделится ли он со своим другом. У его Димона всего лишь 400 косарей. Сейчас посмотрим, даст ли он этому Димону немного денег. Так, он, короче, просто снял все эти деньги и ничего не перевел этому Димону. Эти деньги ему упали просто с неба. Неужели он не мог дать этому Димону хотя бы половину? Неужели ему так жалко? Пацаны, подкиньте до ЦР. За 50 000. В смысле? Хоть 10. Да. Короче, эти два парня друг друга стоят. Один крысит 5 миллионов у себя в кармане, а другой не может даже подвести своего же собрата. Я твой подписчик. Я тут с Ривазом разговариваю. Риваз. Ку. Впервые вижу ютубера. Риваз, дай ПЖ вертов. Да. Давайте я ему, короче, сейчас дам вертов. Госскрин, да, дай 5 000, да. Так, еще один чек, который, походу, понял, что мы сейчас делаем. Давайте тогда сейчас, короче, тпхнемся в казино 4 дракона и посмотрим, что можно сделать там. Дашь 50 000, ё-моё, ну что ж делать, да. 50 000 запросил, ну окей. Будем просто считать то, что ему повезло, то, что он оказался в нужное время и в нужном месте. А, смотрите, приносим извинения, вместе с вашим переводом у этого человека получится больше 40 миллионов, которые мы можем... А, у него только 40 миллионов можно. Короче, ему нельзя отправить больше 40 миллионов. Привет! Привет-те-те-те, Риваз! Дай руку пожать. Да. Подкинь, пожалуйста, 100 000 на мешок. Да. Давайте сейчас ему вот дам трейдом 100 косарей. Все, я ему передал. Есть 1 000, бро. Да. Так, все, давайте сейчас я ему переведу 161-му 1 миллион. 1 миллион, все, я ему перевожу. Так, а ну-ка давайте сейчас тпхнемся к полиции под названием РКПД. По-моему, его взломали. Что с Сергио Ривазом? О, смотрите, он написал в репорт, что с Сергио Ривазом. Он говорит да-да-да-да-да. Видос, говорю, да? Да. Он, походу, понял. Дашь 1 вирт? Да. Дашь 10 АЗ? Да. Да, давайте сейчас я ему дам 10 АЗ. Можно сфоткаться, да. Ривас, есть 12 000 в долг. Да, ты самый крутой. Стоп, это что, говорю да на любой вопрос? Да, походу ребята меня раскусили. Можно 1 000. Да. Так, перевести деньги, 9, 2, 3, 1 миллион. Все, 1 миллион я вам перевел. У нас, ребята, еще осталось вот 4 минуты. Я играю на твоей сборке в 150 FPS. Вообще кайф, как дела? Да, ты все говоришь да, они только, ребята, сейчас уже начали понимать, что вообще происходит. Короче, дорогие друзья, сейчас уже прошел ровно 1 час и уже, то есть, все. Привет, здорово. На этом, дорогие друзья, данный ролик подошел к концу. Если вам понравился данный ролик, то я надеюсь, вы не забудете поставить ему лайк, ну а также подписаться на мой канал. Это, ребята, очень важно. На этом данный ролик подошел к концу. Еще раз всем большое спасибо за его просмотр, ну и всем удачи!